Добрый день, друзья! С вами Екатерина Тирова, и вы на канале «Гид по моде в городе». И сейчас я делаю вторую часть распаковки бренда женской одежды российского производства «Юнайс». Это бренд московский, и офлайн-магазин его находится в торговом центре «Охотный ряд», откуда, собственно, мои покупки и приехали. Значит, в первой части распаковки бренда Юнайс я показала вам летнее платье, а во второй части распаковки я покажу вам комплект спортивного городского костюма и свитшот, который можно комбинировать между собой, можно носить по отдельности. Они немного отличаются по модели, но сделаны из одной и той же ткани. В общем-то, классические модели, модель свитшота немного укороченная, чуть спущенное плечо, модель на резинке и манжеты на резинке. Классика, но трендовый цвет лета 2022. И костюм также в трендовом цвете лета 2022. Зеленый травянистый, классический худи с карманом и капюшоном. Чуть удлиненная модель, также оверсайз, но более узкая, чем свитшот. Зато более длинная. Также манжеты на резинке и нижняя часть также на резинке. И брюки спортивные с отстрочкой по лампасу, немного заходящие вперед на манжете. Это кашкарсе, это не такая же ткань, а уже ткань в рубчик. И пояс на резинке. Для меня оказалось эти модели очень оптимального варианта соотношения цена-качество. Мне очень понравилось изготовление, пошив и сама ткань. Ну, давайте посмотрим, как будут выглядеть модели на фигуре. Вот так выглядит модель брюки и худи на фигуре. Классический худи с карманом и капюшоном, манжеты на резинке. Достаточно объемный, но это не мега оверсайз. И удлиненная модель худи. Брюки на резинке, также с боковыми карманами и лампасами. Объемная модель. Облегченная на прохладное лето и теплую осень. И еще раз делаю акцент на том, что это трендовые цвета 2022 года. Ну и также я дополнила костюм украшениями. Это браслет, несколько рядов цепочки разной масштабности и подвеска флористическая. И сережки. Сережки здесь базовые, просто шарики. В серебряном цвете. Ну вот так можно скомплектовать две модели разного яркого цвета, потому что это одна и та же ткань и фактура, и один и тот же стиль спортивный, в общем-то лаконичный крой модели. Здесь свитшот укороченный, более широкий свободный оверсайз и нет капюшона. Я скомплектовала также этот костюм со своими украшениями. Здесь я уже акцентировала внимание на верхней части и оставила открытыми цепи. Цепи с подвеской, флористическая тема. Сережки те же, браслет также оставила. Но это на любителя, кто как. Можно, конечно, без украшений, тогда это будет более спортивный стиль. Если мы добавляем украшения, это более женственный городской стиль. И, конечно, можно обыгрывать разной обувью свои образы. Вот такие приобретения в бренде Юнайс появились в моем гардеробе. Это уже вторая распаковка. Первую распаковку смотрите на моем канале. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. А также в описании к этому видео я оставлю ссылку на сайт бренда Юнайс и описание самого бренда. На этом выпуск завершен. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. В комментарии предлагайте бренд, обзор, на который вы хотели бы увидеть на моем канале, а также образы, которых вы хотели бы увидеть на моем канале. И, конечно, буду благодарна вам за подписку. Поддержите мой канал. На этом все. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока!